В рамках празднования 30-летия независимости Кыргызстана в посольстве Кыргызской республики в Российской Федерации продолжаются культурные мероприятия летнего лагеря для детей-соотечественников. В ходе одного из мероприятий детям была показана кыргызская народная сказка «Человек и волк», которая призывает к доброте, толерантности, дружбе и труду. Отмечается, что по завершении мероприятия ребята отведали кыргызские национальные блюда – курут, сарыма и сумелек.